much. Неужели? Зачем бы ей это понадобилось? Я оценю твою прямоту, друг мой, но все-таки любопытно, с чего это вдруг Надине так разоткровенничалась. Должно быть, для нее и правда было важно открыть тебе мой секрет. Так кто же ты? Так ты из числа мошенников, да? Я догадалась. У тебя острый глаз и очень характерный взгляд. Я уважаю Надине, хотя порой она чересчур досаждает нравоучениями. Если она считает, что я могу тебе помочь, я сделаю все, что в моих силах. Начнем? Тебе доверяет Надине, стало быть, тебя можно считать одним из нас. У меня есть поручение, которое можно выполнить прямо сейчас, если хочешь. Мой сводный брат Сиху должен был прибыть сегодня в порт, приплыв из Стигии. Что-то ужасное случилось с его семьей, и я хотела присмотреть за ним какое-то время. Старик по имени Алис отправился на его поиски по моей просьбе. Я хочу отдать тебе вот это на случай непредвиденных трудностей и попросить незаметно следовать за Алисом. В действительности он один из людей короля Конана. Шпион или что-то в этом роде. Он ушел встретиться с Сиху, но у меня нехорошее предчувствие. Думаю, это ловушка. Найдешь его в порту за трактиром «Пей-гуляй» и остерегайся стражников Красной Руки. Прокрадись мимо них, не затевая драки. Береги себя!
Расскажи мне свою историю. Меня зовут Надини. Те, кто ждут от меня совета или мудрой притчи, вольны приходить в любое время. Да, поглядим. Чего тебе? Лишь нескольким кораблям разрешено входить в порт, а еще меньшему числу покидать его. Так что почти весь день я просто сижу на заднице. Все бы ничего, если бы не геморрой. У нас глаза повсюду. Я хочу. Откройте.
Привет и добро пожаловать. Я Патрик, хозяин постоялого двора «Пей, гуляй». Если что-то понадобится, обращайся ко мне. Если есть проблемы, не стесняйся испытать меня. Доки отсюда в двух шагах, там столько всего. Я не против разбить пару черепов, когда нужно. Боюсь, это часть моей работы. Золото и серебро — ключи к сердцу.